же вам такое рассказать про Княжицы? Хорошая деревня? Хорошая, конечно. А чем? Что в ней такого? Хорошего деревня? Потому что это наша. Мы здесь родились, мы здесь живем, и она нам хороша. Но вообще само название «Княжец» указывает на то, что оно когда-то было образовано на княжеских землях и принадлежало князю. Я помню послевоенные годы, когда вот 47-48, это уже в моей памяти хорошо, и дальше до 62 года работал этот храм, православная церковь. Были здесь и крещения, и отпевали похороны. Все. Про мне вот где-то в 50-х годах в конце его ремонтировали. Ремонтировал мой отец, и я помогала, конечно. Вот, поэтому всегда поднимаю голову и смотрю очень внимательно на свой труд. Видите, уже насквозь вон дырки стали. Опасно, очень опасно. Конечно, очень трудно его строили. Обидно, что вот так все брошено на самотек. Я думаю, все-таки услышит Всевышний и скажет, что надо восстановить. Княжицы относятся очень древним. Где-то в 15 веке упоминается в летописи. Этот во время княжества Литовского было отдано в наследство дочери короля. Вот это и дочь короля, она хотя и здесь не жила, но вот с ее именем в середине 16 века связана постройка этого здания. Все. Все, что надо. И грабки, и помидоры, и огурцы, и капуста, и чеснок, и лук, и морковка. Все. Ну и картошка. О, иди себе сфотографировать. Ходи. Ходи. Снежок, на. Ходи. Ходи, Снежок. Ходи. Ходи, мой хороший. Снежок, иди сюда. Ходи. Ходи, на. Ходи, дам косточку. Ходи. Ходи, дам косточку. Ходи, мой хороший, ну ходи. Ходи еще. Ай, дурак. Все, не вылези. Еще только-только начинают. Козы, козы.
Ну, много будет яблок. Скоро надо подпорку делать. Это молодая наша. Что будете делать из яблок? Сок жать. Вино делать. А вы поить будете соком и вином? Сок сами пьем, а вино будем ужать кого-нибудь. Я вот нашла в альбоме фотографии послевоенных лет. Была река, и был женский берег, песок такая, и мужской. Мы стеснялись, по-честному плавали. Но самое никогда нельзя забыть, это детское воспоминание. Послевоенные годы голодные были, а у нас столько много рыбы было, особенно маленьких. И у нас были большие майки такие. И мы садились на коленки и налавливали этой рыбы. Бежали домой, соли сыпали чуть-чуть и ели. Это было самое вкусное, что у меня осталось в моей памяти. Такое красивое существо. Вот он я, скажи, московский. Московский гость. Да, скажи, я Коли, мраморный. Кс-кс-кс-кс-кс. Правда, сюда из России приезжаете? Да. Это как? Откуда идея такая? Нет, дело в том, что я-то сама по себе, у меня мама с Могилева. А потом туда вот уехала, замуж вышла, а потом что-то как-то просто в гости приезжали. Ну, пока по морям гуляли. А потом уже внуки как пошли, так мы решили, что как-то отпускаешь большие там. Поэтому мы решили, что нам надо где-то домик купить. И вот мы походили, думаю. И вот нашли вот этот домик. Ну, уютная деревня, это раз. Во-вторых, она вся как-то как на виду. И люди здесь добрые. Основная масса людей – люди пожилого возраста, которые в этой жизни пережили очень многое и относятся с пониманием, с терпением. Ну, я думаю, что именно в этом и заключается то, что люди у нас хорошие. Расскажи нам про деревню. Ну, хорошая. Что сейчас стало чуть-чуть другая. Тогда было больше там деревьев. А сейчас мало стало. А какой, ты думаешь, будет деревня Княжица, когда ты вырастешь? Не знаю, будут одни старые люди. Поменьше станет, наверное, а может и больше. А ты будешь здесь жить или в город поедешь? Не знаю. Больше хочется здесь, чем в городе. Почему? В городе слишком жарко. В деревне попрохладнее.